Я Лариса Рузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Вадим, Дмитрий и Александр. А невеста у нас Ирина. Ирина, 34 года. В первом браке была бита законным мужем, во втором – свекровью. Ирина – владелица магазина одежды, гордится тем, что снова готова выйти замуж. Если не подкидывать дровишки, то любовь, она потухает. То есть всегда какой-то должен быть, ну, в какой-то степени драйв, может быть, в принципе, драйв. Ирина не обратит внимания на работягу, который неправильно ставит ударение в словах и причмокивает во время еды. Выйдет замуж за русского богатыря, который заразит ее своей активностью, подарит ощущение защищенности и станет для нее нежным другом. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Прямо цвета итальянского флага и итальянские страсти в вашей семье бушевали. Что там происходило-то? Ну что же, во-первых, я хотела сказать, что я вас очень рада видеть. Вы такие вообще классные, красивые. Да? Вообще. Спасибо. Мужем битая. Рассказывайте. Да, было наш такое профсоюз. Дело. Ваш, точно, да. К сожалению, да. Ну, начну я с первой истории, с такой главной. Это мой первый брак. Он был по любви настоящий, у нас родилась прекрасная дочка. Затем появилась коварная любовница. Как, застукали или добрые люди? О, нет, это было вообще дело случая, на самом деле. У меня сорвалась встреча, и я пошла просто попить кофе, и там увидела их. Я присоединилась к их столику, где сидел мой муж. Две прекрасные, очаровательные молодые девушки, которые припроводили прекрасное время. Может, деловая встреча была? Ну, к сожалению, нет. Сразу с двумя? С двумя. Но там оказался еще друг в компании. То есть, у них было парное свидание, да. Да. Я присоединилась к их столику, познакомилась с девочками. Далеко не скромно подошла, смелая такая, познакомилась. Молодец, но она же все-таки бизнесмен. А муж как вел? Мой муж был просто в шоке и от этого замолчал. А вы представились, что я, мол, здрасте, нет, я жена? Нет, я сначала пообщалась с ними мило, и после того, как типа они... Типа ты подруга. Они вообще, они никто не поняли, кто я. А почему муж-то в это время никак не отвел вас под локоток в сторону или... Мне кажется, он просто был в таком шоке. Офигел, да? Вообще, на самом деле, он был маменькиным сынком. Он еще и трус всегда, оказался. Он трус и всегда по жизни молчал. А чем закончился этот вечер? Этот вечер закончился потасовкой, но не с моей стороны. Я просто удалилась, поехала домой. А там еще организовались друзья этих подруг. Ну, то есть, вообще ужас. Ну, она выглядит как жертва и разговаривает как жертва. Люди это считывают и так себя ведут. Вообще люди поступают так, как им позволяют поступать. Пришли домой? Я пришла домой. Он никоим образом не извинился передо мной. Позвонил его друг. И я взяла трубку, и друг не понял, кто это, я или она. И он начал со мной разговаривать, как с этой девушкой. Ой, ужас. И он начал говорить это в такой форме, что ты не бойся, у него жена сумасшедшая, и даже если что-то произойдет, он тебе, ну, как бы тебя защитит. От кого? От жены. Я такая говорю, прекрасно. Это я и есть жена, да? Я не призналась, нет? Честно. Нет. Моя я девка. Просто, стиснув кулаки, подошла и сзади ударила его. Друга этого? Нет, не друга, своего мужа. То есть все друзья знали вокруг, что у него есть любовница при жене? Не рассказали. Я не думаю, Ирочка, что это стало причиной развода, имея ребенка. Я пыталась сохранить семью. Девица обнаглела. То есть я, приехав из командировки, просто захожу в подъезд, а они выходят вместе. Ну и, соответственно, за что я успела схватить? То и провалось. И я свою семью защищала ее как-то защищала. И буду защищать. Защищайте свою семью как можно. Так она зачем? Мало того, мужчины остаются, как правило, с теми женщинами, которые за них бьются. Просто другое дело, что, я так понимаю, вам он уже на какой-то период стал не нужен. Достало вас это все. Но я сдалась.
Я просто сдалась. А зачем ты сама дралась-то? Первый же начинаешь-то. А ну, потом удивляешься, да, кстати, мамочка его сказала. Что муж потом руками машет. Нет, достал это уже от бессилия. Я пыталась морально как-то ребенок привести молодец в порядок, конечно. Скажите, пожалуйста, Ирин, а со свекровью у вас что там случилось еще? Чисто случайно повстречался мне другой человек на моем пути, который, собственно говоря, стал моим вторым бывшим уже мужем. Он сыграл на контрасте и был очень брутальным, красиво ухаживал, наврал мне, лапши на уши навешал, просто ужас. Он рассказал, сколько у него квартир в Москве, и машина, проверять и надо все. Было. Вот теперь уже проверяю. Выяснилось, что ничего у него нет? Не, абсолютно ничего, только сумасшедшая мамаша. Она верит каждому встречному мужику, отдает все, что есть, и, как говорится, она не наступает на грабли, она танцует на них. А с матерью познакомились до или? Да, мы познакомились до. Вот, кстати, меня не насторожило то, что ему было уже на тот момент 33 года, и у него не было ничего за плечами, то есть я имею в виду ни семьи, ни брака. Вот. Мама, в принципе, меня хорошо приняла, очень хорошо. Ну, как мне на тот момент казалось. Ребенку сколько вашему было? Старшему у меня было дочке 5 лет. И она, кстати, начала его называть папой. Причем я даже не заставляла. Ну, то есть вы выходили замуж с одним ребенком? Да. Но так как у нас не сложилось взаимопонимание, потому что человек был очень агрессивный, мы с ним разошлись. Перед этим у нас, скажем так, возникли финансовые вопросы, потому что... Ну, развел. Он меня развел на то, чтобы я продала квартиру, которая мне досталась от мамы. Он меня на это а подбил. А что купили? Мы купили небольшой участок в Подмосковье. Он обещал, что будут деньги на строительство дома. Конечно же, очередные обещания не оправдались. Нет, здрасте, а дом-то построила дом, свекровь, значит, деньги дом были. Потом, да, это уже, нет, не деньги, это он еще и мамочку свою подставил. Что с цветом волос? Или тут телевизор так меняет? Еще немного, и ты сможешь это увидеть. Блондинка, понятно, блондинка, а у нее какой-то, как пепельный какой-то. Вы поссорились и подрались с свекровью из-за чего? За то, что они хотели меня оставить без всего, в том числе и без детей. А поле чудес при чем здесь? И обида на то, что вы были на поле чудес? А это потому, что я поехала вот на телепрограмму, и вернувшись, то есть у нас уже были плохие отношения. А свекровь не взяла? Не она, очень не хорошие знаешь? Отношения с моими родственниками. Я ее не взяла с собой. А свекровь хотела зрителя. Как раз Кикубович, да. Понимаешь, банку огурцов привезти. Она злыдень такая молодая, не взяла. Приехала свекровь ей в ухо, понимаешь, а это задала нет, сдачи. Мои вещи были выставлены на улицу. Из-за поля чудес. Да. Моя мама свекровью была для моей жены, и она тоже не была идеальна. Все жены были прокляты по очереди. Но как только я разводился и женился на другой, мама говорила, а вот та-то была лучше. А вас почему Иры Продыры зовут, а? Простодыра. А, Простодыра. Да. Это что такое? Потому что я слишком простая. Несмотря ничего на себе. То, что... Вы это все кажется... отдаете? Да, да, да. Вот сейчас вы где живете с детьми? Сейчас я живу на данный момент в съемной квартире, но вот в ближайшее время у нас разрешился финансовый вопрос, и в ближайшее время мы будем строить свой дом. Деньги вернули да, какие-то? Да, он вернул давайте деньги. Давайте глянем, как живете. Здесь моя спальня. Здесь я отдыхаю. Пойдемте дальше. Самое важное, наверное, для каждой хозяйки, любимое и нужное, и важное место в квартире, это, конечно же, кухня. Мы очень гостеприимные и обожаем собираться с моими друзьями именно здесь, пить чай и болтать. А это комната моих любимых дочек. Здесь они отдыхают, а также занимаются уроками и музыкой. В данный момент моя старшая дочь Лера играет на фортепиано, не будем ей мешать. До встречи! Молодец, и дети учатся, и музыка, и да, на все вас хватает. И сами тянете, или мужья помогают? Больше нет, чем да. Я хочу сказать, что к своему возрасту она прожила уже довольно-таки серьезную жизнь. Да, вот матерая. Вот из прошлой жизни, что бы хотели в новую семью, а о чем, как страшный сон, хотелось бы забыть? Наверное, чтобы все было по-настоящему, искренне, по-доброму. Я, конечно, очень, наверное, много тоже наделала ошибок. То есть... Какие? Озвучьте вот ваши ошибки.
Я нетерпеливая была когда-то. Сейчас я это восполнила все, то есть я имею терпение. Я была вспыльчивая, может быть, много прощала. Не знаю, наверное, так. Скажите, наколотили в страстях? Конечно. Что для вас сейчас будет самое главное? Спокойствие, стабильность и любовь. Вообще, она такое ощущение, что ей надо все и сразу, и как вот она бизнес держит, вообще непонятно, как ее до сих пор не опрокинули на это на все. По поводу того, кто вам нужен. А чем вам мужчины из рабочего класса не угодили? Почему не хотите? Потому что я хотела бы тянуться за человеком, а не тянуть, как я тянула вторую лямку. Ну, я имею в виду. Он был из простых? Да, он обычный работяга. А у вас образование какое? У меня незаконченное высшее. Но... То есть вам нужен мужчина с высшим образованием для того, чтобы вы тянулись и самообразовывались? Ну, самообразовываюсь я в общем-то, стараюсь всегда это делать, но нет, я не исключаю. Работяги, я вот как раз бы вам простого, обычного парня бы... Знаете, с вами тоже, вот я вам слушаю, больше я склоняюсь к тому, что вы драчунья. С другой бы, может быть, и свекровь бы не дралась бы, а наоборот все отдала. Это знаете, как поведете, а вы... То есть продала дом, да, и ну возьмите свекровь. И что продала? Кто ее заставлял, что ли? Прямо сейчас она нам тут версию дает, меня обманули и так далее. Ты на нее посмотри, мать, кто ее обманет? Три дня не проживет. Виноваты всегда старшие. Конечно. Нет, а я внешность обманчивая, Ирина. Абсолютно. Я понимаю, что у вас сердце доброе, и вы действительно простодыра, вы действительно доверчивая. А то, что у вас так случилось вот с этими драками, с изменами, со свекровью. Понимаете, есть взрослые женщины, спаси, сохрани, Господи, встретиться на их пути. Защищали себя, как ну, могли. Ну, тогда я понимаю, что кажется. Интеллектуал с высшим образованием, сирота, потому что свекровью вы не уживаетесь. Ну и, наверное, с детьми, потому что, чтобы не рожать следующих. Свекровь, кстати, не помеха, абсолютно. Нет, люди бывают разные. А вы еще хотите детей? Ну, если мужчина попросит. Я не исключаю. Да, если конечно. Да, да, да. Она молодая, ты молодой. Конечно же, будет еще ребенок. Знаете, вам нужен мужчина взрослый, мне так кажется. Правда, пусть он будет с высшим образованием, пусть он будет романтичный, пусть он будет вашим антиподом. Потому что тот мужчина, который будет рядом с вами, вот какой он будет, такой и вы станете в результате. Да. А звезды что? Абсолютно. Для вас любовь – это просто слово «фетиш». Я думаю, что вы в этих своих отношениях, конечно, гонялись и ждали от мужчин прежде всего любви. И поэтому так бурно реагировали на те проявления нелюбви, которые случались. Вам все время попадались мужчины, которые похожи на знак весов, скажем так. Это те мужчины, которые для вас, для Овна, это оппозиция. Вам все время попадались мужчины-ширмы, за которыми что-то пряталось. Вы видели красивую оболочку этой ширмы, а что внутри, не видели. Вам нужен человек, прежде всего, очень открытый, очень искренний, потому что вам попадались двуличные всю вашу жизнь. То есть вам нужен очень огненный. Она каждый раз будет натыкаться на одни и те же грабли. Сначала она будет пытаться продавить свою историю, ситуацию, а потом, когда понимает, что теряет, отдаст все, что есть. Ну да, 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 да. Я сегодня пришла со специальным аппаратом. Это тепловизор, ну буквально бытовой технический аппарат, позаимствовала у мужа. Он позволяет измерять буквально температуру как физических объектов вокруг, ну так и живых людей. Вот я буду сегодня стараться измерять температуру всех в этой студии. Вот, между прочим, у вас температура 36,2 сейчас. А у меня? Это очень хорошо. Роза, ты более холодна, 33,7. Пора закапывать. В общем, одним словом, давайте попытаемся сегодня не нашу женскую температуру измерить, а посмотреть, насколько горячи женихи, которые вам попадутся, и уже будем делать выводы. Ну, не только на основании этого, конечно. И какая будет хорошая температура. Знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Ирина, здравствуйте, меня зовут Вадим. Хорошо выглядите. Спасибо. Не волнуйтесь, что я хромаю. Врачи говорят, это навсегда. Пойдемте пообщаемся и узнаем друг друга поближе. Это вам. Спасибо большое. Приятно познакомиться. Вадим, 48 лет. В
прошлом военный разведчик. Сейчас работает заместителем директора по развитию на машиностроительном предприятии. Гордится высоким уровнем интеллекта, признается, что на программу «Давай поженимся» его отправила 8-летняя дочь. Чтобы спасти свою жизнь, Вадиму пришлось развестись с супругой и исчезнуть на несколько лет. Уверен, что с Ириной его не разлучат никакие обстоятельства. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Я немножко хромаю, вы еще извините. Обалдеть. Это вам. Ой, спасибо большое. Василиса, вам. Спасибо большое. Я вам прибавлю градус температуры. Такой жизнерадостный человек, но мне кажется, он немножко для нее все-таки по возрасту староват. Вадим, я смотрю, у вас с Ириной много общего. Вам тоже в вашей жизни угрожала, да, смерть со стороны второй половины. Ну да, да. Что там было? Однажды я увидел красивую девушку и за ней побежал. Она садилась в автобус, и пока я бежал, я споткнулся и упал. Мне даже остался шрам на всю жизнь. Чего же все прыгать? Пока поднимался, глянул, она в какой-то автобус из двух села. Я наугад заскочил в этот автобус, гляжу по сторонам, не нахожу ее. Зато увидел другую девушку, которая оказалась еще красивее. И когда ехал... С голодухи-то как, это только в армии в самоволке так бегают. Кстати, да, я, это, было, одна красивее, это было через другая... месяц, как я уволился из армии. А, ну тогда понятно. Ну я был офицером, там не такая голодуха была. У меня какое-то негативное настроение появляется. Не надо бегать за девушками, за автобусами. Он погнался за тем, за другим. И, значит, пока я ехал, я загадал. Думаю, выйдет на моей остановке, пойду познакомлюсь. Ну так, чтобы уже не было выбора. И действительно подошел, познакомился. Через 3 года поженились. Ну, а потом жизнь была такая, что, ну, это 90-е годы, приходилось дружить и с теми, и с нашими, и с вашими. И получилась такая ситуация, на меня наехали посторонние бандиты, я пошел к своим милиционерам, они говорят, что мы не можем, потому что ты бандит, тебе помочь. Мои бандиты сказали, что мы не можем тебе помочь, потому что ты бандит. И в итоге мне начальник милиции посоветовал, чтобы я 5 лет пропал. Но вы пропали решил... не в леса, в какие-то, а в Лондон? Нет, я решил поехать или в Америку, или в Англию. Самые, значит, такие. Было на что? Ну, конечно, да. Значит, я продал тещину квартиру, теща мне помогла, потому что жена сказала, что если продашь нашу, мы сразу разведемся. Теща пообещал вместо ее квартиры 2 других. Да, но вы развелись фиктивно, как вам казалось. А дело в том, что мы поехали получать визы, мне визу дали, а жене визу не дали. Мы решили фиктивно развестись. Ну, правда, она с меня взяла обещание, что я на ней женюсь 2 раз. А когда уехал, получилось так, что это не очень просто попасть в Англию. 1 год прошел, 2 прошел. Ну, в итоге известная фраза «С любимыми не расставайтесь» со мной абсолютно, точно. Абсолютно проявилась. И когда жена не смогла попасть, у меня уже встал вопрос о том, чтобы легализоваться в Англии. А легализоваться я решил через фиктивный брак. Для меня фиктивный брак – это какие-то квартирные вопросы. А что тут с визой какой-то фиктивный брак? А с женой уже никак? С женой… Жена не хотела ехать в Англию, и пока вот я там жил, мы решили остаться друзьями. Отношения, да, рассосались. Ушли на нет, да. Сейчас вы где? Сейчас я живу в Ростове-на-Дону. Ну, у вас вообще дети-то есть? В итоге, когда мне подходило 40 лет, у меня уже начиналось мысли такие, что 40 лет скоро. Нужен ребенок. Поэтому, когда я знакомился с барышнями, я ставил одно условие и конкретно кто-нибудь спрашивал родил? Про здоровье. Да. Да, я познакомился с девушкой, которая, ей было 25, мне было 39. Вы родили ребенка? Мы родили ребенка, да. Почему не с ней? Вы знаете, у нее была мама очень властная. Mm-hmm. Поэтому она лезла в каждую, в наши отношения влезала. Плюс... В один прекрасный момент, когда мы очередной раз ругались с моей женой, на меня сверху упала какая-то стопка бумаг, я открыл эти бумаги, и это оказалась медицинская карта моей жены, из которой я понял, что у жены-то проблемы были со здоровьем, и когда я на первом свидании про это спрашивал, она меня обманула. Но она же в результате родила ребенка. Ну, родила, но я ей так и сказал, что я тебе больше доверять не могу, потому что я считаю, что в браке очень важно. А я считаю, что женщина имеет право не все договаривать, не обманывать. Вы тоже не показываете всю коленку своей жене. Поэтому мне кажется, что это абсолютно не повод для того, чтобы было разводиться. Слушай, вот вообще категорически не понимаю, если она родила ему дочь,
то какая разница, какие у нее анализы? Были до этого вообще какие проблемы? У вас три бонуса: свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Давайте скелет. Давайте. Па-па-па-пам. Что еще может быть? Па-па-па-пам. Вы сидели? Да, можно сказать, что я сидел в тюрьме, только не пугайтесь, это была не настоящая тюрьма, и сидел всего 2 недели. Однажды я поехал забрать письмо от моей мамы в Лондоне, в такой неблагополучный район, а там бывают облавы. И выходил из метро, и меня сцапали налоговые иммиграционные полицейские. А поскольку я работал под именем одного албанца, там как раз собирались целый самолет албанцев депортировать. И когда я сказал, что я из Албании, меня под руки посадили, значит, в иммиграционную тюрьму. Но в итоге мне пришлось признаться, что я русский. Вот видите, у вас сколько серого в вашем прошлом, да? Видите, вы тоже на большого любителя. Женщины тоже не хотят заморачиваться. Поди знай, Албания вылезет у вас через месяц проживания с вами, или еще одна жена. Мутноватый парень. Спасибо, сюрприз, покажите. Ирина, я считаю, что очень важно в семейной жизни это понимание, и когда муж с женой разговаривают на одном языке. Поэтому мой сюрприз заключается в том, что я предлагаю в шуточной форме устроить тест, как мы с вами друг к другу подходим. Согласны? А у него вариант? Да, у меня есть вариант. Поскольку у нас очень мало времени, поэтому я предлагаю этот тест пройти не на русском и даже на английском языке, а на зауме. Если никто не знает, что такое зауме, я напомню. Самый известный пример зауме – это стихотворение из «Алисы в поле чудес». «Сваркалось хлипкие шарьки, пыряли по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в нове». Ну, понятно, да, о чем речь? Поэтому... Понятно, мил? Ты нет. Интеллектуала хотел. Не знаю, мои мнения ну, ладно, давайте, поэтому мне давайте уже попробуем, давайте. Как вы меня понимаете. Я буду начинать, а вы попробуйте продолжать. Ага. Договорились? Расслабься. Глаза не вытаращивай, а то жених сбежит. Ну-ка, давай тест смотреть. Ну, он говорит, начало, наверное, на конец, как это делается всегда. Эни, Бенни, Рама, Квинтер, Финтер, Жама. Точно. А ты продолжай в рифму. Ну, Эни, Бенни... Эники, беники, ели вареники. Нас... Ну, это известная считалка из... Послушайте, а мы когда, например, хотим Игоря довести до сумасшедшего состояния, и чтобы он так и не понял до сих пор, мы прибавляем каждому слогу «кма» и разговариваем с ними. «Моя кмана кмапри кмапер, кмага кмакмарю, кмава кмадим, кмана кмахи кмара кмавы, кмаей кмагу кмала кмаву кмама кмаро кмачи кмакина». Так вы помогите тогда невесте, вот, я не против. Нет, и у Игоря расползаются мозги. Он орет, чтобы мы заткнулись, а мы так разговариваем. Да. Но он от этого плохим отцом мужем не становится совершенно. И вот этот вот тест, а просто... Да? Нет, а просто прийти с духами, с книжкой, с стихами, подарком. Давай вторая попытка. Давайте. Струнка плещи поберещи, в надоблаще бирюзань. А пошла бы ты... И пошла я, в общем. Цветы красивые, правда, ну, допустим, очень. А вдали еще парень блеще. Слушайте, вы сами не можете произнести четко, внятно. Я даю ей возможность. А зачем это? Это же некрасиво. И нас это она же хотела интеллектуала. Нет, слушайте, я понимаю одно дело, когда я, например, хочу Лёле сказать, где мы от папы прячем что-то, чтобы папа не знал, где мороженое, а потом его съесть. Я понимаю, почему мы говорим на этом дурацком кмак-мак-мак. Так и он тоже. Он хочет показать, что он разведчик, понимаешь, военный. У него, он в Лондоне, вот у меня написано, проходил тест IQ. По нему он гений. Вы все знаете, да? Конечно, он знает. IQ натикал там. 24. Я не помню, но выдала, что я гений. Так и написали. 316 я, наверное, другие, английский глагол. Знаете, они очень толерантные. Они, может, обижать не хотят. Поэтому, когда точную цифру выдать не могут, они просто гений. Я думаю, если моей тещи спросить, она не скажет, что я гений. Он ее просто вообще шокировал. И она, по-моему, в ступоре. Он пытается, наверное, проверить ее IQ, да? Мне кажется, они на разных волнах. Спасибо вам большое. Проходите, пожалуйста. Спасибо вам. Вам спасибо, дорогой.
Он, конечно, должен быть одним из героев на одной из наших программ и сидеть на вашем месте. Потому что Вадим на большого любителя, но на большую любительницу, но на такую, которая будет за него просто и в Крым, и в Рим, и, понимаете, и в Англию, и за Англией. Еще образованный, чтобы говорил, да, и да, мак-мак-мак. Да, как да. Он, в общем... Ну, вот это вот мак-мак-мак уже пришло, наверное, по истечении какого-то времени, но не на первом свидании, именно тестировать. Ставить я не про положение. Это говорю. А вам понравился? Нет. Почему? Он будет ее строить, а она не будет строиться. В том а порядке. Почему бы ей не строиться? Вообще-то надо, должна он муж своему будущему, ну, если не в ногах, как говорится, это, а благодарна быть с двумя детьми-то. Че ей тут это корона? Ну, вообще надо корона одевать. Жизнь что, вообще не... все строятся, ну, конечно, для того, чтобы эта жизнь складывалась. Тут с родным строишься. Она же имеет право на счастье. И что? И что? А счастье это значит не строится, мы к ним прилепляемся. Прилепляемся, да, но пусть есть... он себе это мак-мак-мак говорит, да мне вообще повод. Я переживу. Марок мазак, маяк мотив мобек мало, мочить малюк, моблюк, мафрак, мобек, мочек мастак, маяк маслов мова. Я сказала, Роза, я тебя очень люблю, честное слово. И что, обо мне, ну, помакли, все. Зато Масочка, расскажи мне, что ты думаешь. Да на самом деле мне он понравился. Конечно, есть в гороскопе точная позиция Солнца и Луны, которая у него описывает брак. И, конечно, женщина – это такой антиобраз его самого, его личности. Он прекрасный любовник, но как муж, вот я боюсь, что нет, потому что жена должна быть на некотором расстоянии, чтобы вызывать его интерес. Ругайте меня, ругайте. У нас по улицам ходят холостые 40-летние мужики. Прямо строим. Ну, наверное, гостевой брак в зрелом возрасте для него будет уже хорошим выходом. Вот. А температура у него какая была? 34,1. Знакомьтесь со вторым женихом. Добрый вечер, прекрасные дамы. Здравствуйте. Ну, наверное, на правах хозяйки. Провожайте меня в зал. Спасибо. Вам полевые ромашки. Спасибо, кстати, мои любимые. Дмитрий, 39 лет. Начальник бригады на машиностроительном заводе. Мечтает научиться играть на гитаре. Признается, что всегда складывает грязные носки в стиральную машину, принимает пищу исключительно на кухне и никогда не экономит на электричестве. Предупреждает, что каждые выходные проводит с дочерью. Отношения Дмитрия с супругой испортила теща и квартирный вопрос. Надеется, что Ирина его поймет. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, а вы были знакомы с тещей до свадьбы? Были опасения на этот счет? Вы знаете, мы с тещей до свадьбы общались постольку поскольку. В общем, уехали сразу жить отдельно. И там жили отдельно хорошо и счастливо. Меня смущает всегда вот это вот с тещей. Я сразу очень нервничаю. А потом что произошло? А потом кто-то с кем-то где-то пообщался, приняли решение, что доча, тебе срочно нужно замуж. Тебе надо свои отношения узаконить. С вами? Со мной, конечно. Ну и хорошо, ну правильно, узаконили. У нас на тот момент уже была дочка, я сказал... А-а-а! Что ж такого удивительно нового сказала теща, имея внучку от вас? Говорит, сказал, ребят, ну надо расписаться, не по-людски как-то. Ребенок есть, а вы все в полюбовниках. Ну и пока я никакого криминала. Картина выглядела не очень. Здесь как раз криминалом являлось то, что мама вмешалась. То есть надо принимать решение мне с женой. Нет, послушайте, так мой вы дорогой. Так вы никак не принимали это решение. Да. Ну а как? А вы бы жили еще там проживали. Хорошо и счастливо. А почему не женились? Почему не расписались-то? Да как-то не дошли до этого. А что здесь такого, послушайте? Нет, ничего не такого. Вопрос был в том, что я сказал, дорогая, конечно, а да. А у ребенка в графе папа были вы? Конечно. А на следующий год почему? У вас потому на свадьбу денег не хватало? Банальная истина. Мне кажется, он выглядит как зануда, честно. Ну, наверное, если... Вот как-то вот... Вот если спросите меня, как выглядит зануда, я скажу, вот так вот. Мы расписались, потом говорили, что я должен какое-то количество денег некоторое время. На что? Потому что мама оплатила часть свадьбы. 60 тысяч. Примерно так, да. Ну, потом как-то это все сошло на нет. Дальше. А вы вначале договаривались, когда свадьбу делали, кто кому вернет, не вернет? То есть она по я сказал, воле что давала? Я буду расписываться исключительно за свои деньги, без чего-либо вмешательства.
А мама деньги подарила или как? Или сказала, я не разговаривал на эту тему. А вот почему вы не разговариваете? Вот. Ну, потому что неудобно было, наверное. Вот, а теперь вот, а из-за неудобства. А это будет теперь вот опыт. Что? В следующий раз будет разговаривать, да? Хорошо, но и не из-за этого же вы развелись, а из-за чего? Нет, развелись мы из-за квартирного вопроса. Да. Случилось так, что моя мама сказала, что... У меня есть сестра. Сказала, что вот у нас есть жилплощадь, я хочу ее при жизни поделить пополам. Тебе половинку, и тебе дочке. Половинку. Да. Правильно. Вот только ей и только мне. Для того, чтобы мне приватизировать квартиру под себя, надо было выписать дочь, которая была прописана у меня. На что мне был дан жесткий отказ, что нет, как только ты нас выпишешь, ты нас сразу выгонишь. А в вашей квартире была и жена прописана, нет, и дочь? Только дочь. Только я и дочка. Дочь. И вот вы выписываете все-таки, да? Я решил вопрос, что... Ну, наверное, если такой жесткий отказ идет, надо придумывать какие-то хитрые обходные маневры. И... А жена была из другого города сама? Нет, Москва. Москва тоже. Да. А что к тебе не прописать? Жену-то? Нет, дочку. Почему? Жена что к себе, к дочке не прописала? Вот как только она прописала ее, так они собрались и съехали. Ну, вот это самое ужасное, когда общие дети разлаживаются отношения. Саш, ты в этом плане просто герой. Скажите, а у вас с мамой сейчас какие отношения? Вполне отношения мама-сын. От мамы будет зависеть. А от мамы будет зависеть решение ваше? Жене, нет, если... у меня мама в мои отношения никогда не вмешивается. Мария, вы насколько близки с Дмитрием? Ну, я, наверное, тот человек, который может ему в лицо сказать, где он прав, где он не прав. А откуда вы знаете друг друга? По работе. Давно? 2 года. У вас не было отношений? Нет, у нас не было отношений. У вас есть молодой человек? Да. А вопрос можно? Да нужно. Ну, я по поводу того, что каждые выходные с ребенком вы проводите. Да, каждый выходной. А как же личная жизнь? Ну, то есть потенциальная ваша девушка, по сути, тоже захочет проводить выходные с вами. Опять-таки, если... А у потенциальной девушки двое детей, между прочим. Детей? Нет, это я не к этому, просто... Будете? Возможно ли... Переживает невеста, будете на свидание приглашать ее в выходные? Ну, давайте мы отнесемся посмотрите, к этому достаточно адекватно. Да, посмотрите, я, например, ничего в вопросе Ирины страшно не слышу, потому что она на выходной может своих детей доверить подружкам, бабушке, да, бабушкам, чтобы сходить на свидание. А вы обязали себя по гроб жизни выходные проводить с дочкой? Потому что это очень-очень желанный ребенок. Я понимаю, что вы ее очень-очень еще и обожаете. Вы тогда продолжаете обожать, а личную жизнь как строить? На личную жизнь он будет строить в будни вечером, например, конечно. Я думаю, что если у него есть ребенок и у нее есть дети, надо их как-то свести вместе, чтобы проводить, пытаться вместе время. У вас осталось 2 бонуса. Семейная традиция и свидание. Свидание. Проходите. Мария, вы москвичка? Подмосковье. Подмосковье. А вы знакомы с матерью Дмитрия? Ну, вот лично не виделась, нет, не знакома. Угу. Потому что я так понимаю, что там дербанили жилплощадь. Мать его жены и мать Дмитрия, которая боялась, что откусит. Ну, неспроста, да. Вдруг они решили приватизировать все эти хитрые ходы. А давай выпишем пока дочь, а потом пропишем и так далее. Ну, в принципе, потому что я так понимаю, что та теща-то его прямо буквально силком в ЗАГС женить. Да. Прописать, в принципе, они же спокойно бы сами расписались. Нет, сами бы не расписались, да, расписались бы они никогда, они сразу бы ничего бы не сделали. Да, то, ну, так бы длилось еще долго. Вот скажи мне, ты же ведь готова уделять внимание не только своим детям, но и моей дочери? Конечно, я не исключаю вообще, в принципе, даже дружбы. Поэтому у меня адекватные дети, и я думаю, что если у моего молодого человека будет ребенок, они найдут общий язык. Вот прогулка по выходным, я забираю дочь, всем стадом идем на горку. Всем стадом. Я абсолютно не против этого. Замечательно. Да, но я по крайней мере, не категорично. Есть люди, которые, женщины, которые категорично против чужих детей. Нет, я адекватно отношусь, потому что... Все-таки уже не 20 годиков. Хорошо, но у меня дочка все-таки рулит, наверное, на эту тему. И... Если она скажет, что папа, это не твое, будем что-то такое очень надо экстренное принимать. А, то есть даже рулит? Ну, не то, чтобы она рулит, я не представляю. А если просто банальная ревность сработает у ребенка?
Я думаю, что со всем можно бороться. Вопрос в интересе. Надо ли это тебе, надо ли это мне? Но у Ирки тоже характер тяжелый. Слушайте, она сначала ведь бьет, а потом спрашивает. Рос, ну и Дмитрий тоже не ангелоподобная личность, поверь мне, абсолютно. Козерог, Мартин в Козероге, восходящий Плутон. А вы сразу показываете сюрприз. Мне кажется, уже вот все-таки этот претендент уже ближе, хотя бы. Давай мы сейчас с тобой попробуем сделать что-то на двоих, как любишь ты делать, как любишь я делать, и попробуем все это делать. Мы угостим друг друга просто. Безусловно. Ага. Такая игра. Так-так. Возможно, она хотела приковать внимание к ногам, но лично я, когда вышел, волновался и даже не видел, что она в красных сапогах. Вы делаете и говорите. У нас есть хлеб, который мы сейчас... Прекрасно нарезать. Ирочка, хлебушек любишь, да? Вот этот вот весь. Я хочу сделать один бутерброд. Мы будем делать его вместе. Ты берешь те ингредиенты, которые ты любишь, готовишь. Я беру то, что я люблю, готовлю. Ой-ой-ой. То есть ты на одной половинке будешь, я на другой? Или мы будем, пополам вот так вот? Одна половинка твоя, одна половинка моя. Так, я, пожалуй, за рыбкой. Это самое лучшее. По-моему, соус как раз для рыбы. Да. Я обожаю рыбу. Ну, а ты как мужчина истинный обожаешь мясо. Так, и что это будет? Кто посреди ест, что ли? А теперь давай сделаем друг другу маленький сюрприз. Ты ешь то, что приготовил я, и ем то, что приготовил ты. Ого! Вот и поели. Да, я думаю, что они оба любят поесть. Я так наоборот, нет, у меня вон плоско. Вы что, сюда есть пришли? Видать, вкусно приготовили. Друзья мои. Кстати, очень вкусно. Мария, забирайте своего друга Дмитрия и проходите в свою комнату. А вы к нам идемте. Ну что, девочки, красавицы, Наталья, Оксана. Ну, он, наверное, весь будет своей дочери. Мне кажется, мама там тоже не последнюю роль играет. Ирина. Я скажу, что я рада, что я этот бонус выбрала, потому что такой нюансик, он, вот о котором говорят мои подруги, он вскрылся. Что какой? Он сказал, что если Пасе не понравится его дочери, то категорично, то нужно с этим бороться. Я с ребенком и с его чувствами не хочу бороться, поэтому... Молодец. Почему соревноваться с ребенком? Почему нельзя общий язык? С ребенком надо общий язык найти. Он не женится до тех пор, пока не примет для себя решение, что его жизнь... отдельно, дочери отдельно. Во-первых, это не детского ума дело, с кем будет жить папа, посвящать его это нельзя. С другой стороны, это хорошая отмазка для мужчин, сказать, ты знаешь, очень мне нравишься, Ирина, но вот моя дочка сказала, нет, тетя Ира, не подойти, я бы с удовольствием, но вот слишком люблю свою дочь. Это правда? Нет, я вот как-то считаю, что разве у нас... ты, если не примет твоя дочь, то ты... Здесь опять-таки, как она не примет? Ну, это, по-моему, очень категорично, это очень категоричная да. фраза такая. Это либо белая, либо черная. У нас еще есть один жених, знакомьтесь, проходите. Здравствуй, Ирина. Привет. Очень рад тебя видеть. Это тебе. Спасибо. Спасибо, проходите. Александр, 42 года. Директор рекламного агентства. Мечтает стать стройным, признается, что у него хромает самодисциплина. Предупреждает, что в отношениях с возлюбленной готов на все закрыть глаза, кроме интима. Новость о том, что Александр станет отцом, всегда действовала на него одинаково. Надеется, что Ирина окажет на него положительное влияние. Как рванул быстро. Да, спасибо. Спасибо, милый. Спасибо большое. Мои букеты были самые лучшие, я вижу. Александр, а каким образом действовала на вас новость о том, что вы станете папой? Вы прямо от радости с ума сходили или что? Практически, да. В чем странность была вашего поведения, когда вот вы первый раз узнали, что в 24 года станете отцом? Наверное, был так сильно шокирован, обрадован. Что пошел изменять ей? Ну, не сразу пошел, но так вот жизнь сложилась, да. Что шел по улице, вот увидел, несет тяжелые сумки и пошел помогать. А дома жена распухшая, брюхатая, вечно что-то хочет, недовольная, гормон бьет, капризная. Ну, как всегда это бывает с нами, с беременными. Бывает, да. Ага. А тут сумочки донес.
Она говорит, что, Санек, зайди на чаёк. Да, Санек зашел. Я остался. И на сколько там остался? Год на полтора. В это время жена рожает, вы ее встречаете из роддома? Конечно, ну как без этого? И она не говорит, Саша, одумайся, я вот дитя тебе родила. Ну, одумывались, а потом поняли, что уже поздно. Беременная жена дома, он увидел девушку с тяжелыми сумками, пошел ее провожать. Боже. А еще что за дурочка появилась, которая решила от вас родить? Ну, дурочка, не надо говорить, ну, девушка хорошая. Угу. А когда вот тоже была новость, что будем мамой с папой. Ага, вас опять это испугало? У Саши опять что-то произошло, да. То есть вы, я так понимаю, просто не перевариваете вид беременной женщины. Вы не единственная. Наверное, это... Некоторых это возбуждает, понимаете, им нравится тип беременных, а другие просто на дух не выносят. И изменяют именно в тот момент, когда жена... Да ладно, чувство ответственности еще, нет, я думаю. Нет, нет, еще и физиология. Просто не нравится вид беременной женщины. Да? Возможно, не буду утверждать. Ну, ты так хотел, что ты будешь папой, но беременная женщина тебе не нравится. Вы внешне очень похожи и монтируетесь, правда? Правда. Мне кажется, у них ямочки, да? Как? Ну, нет, я скажу, нет, так, одна система питания сквозит вот в фигурах. Если говорить серьезно. Нет, на самом деле, почему говорят, что супруги в семьях очень часто с годами становятся похожи друг на друга, в том числе и комплекции, потому что одна система питания, как ни крути. Но это правда жизни. Вот, ну, вы такое чувство, что питались вместе последние 10 лет. Внешне... Они прям, есть же такое, что муж с женой должны быть похожи друг на друга. Вот они как-то монтируются хорошо с собой. Вы такое ощущение, что вы только из бани. Нет, сегодня, к сожалению, сегодня вы такой свеженький. Такой, нет, не пьете, не курите? Нет, это... Нет, во-первых, прическа у него такая молодежная. Так же, как и я вот на старости лет вообще мультфильмы люблю. На какой на старости-то? Ну, я как бы 60-то уже. Ой-ой-ой. А поэтому... Не пугайте. А он, вот, он тоже мультфильмы любит, поэтому, наверное, вот стрижется, наверное, так вот по-детски. Практично очень. Когда ко мне домой папа приходит, говорит, что расческа, а ее нету. Татуировки-то есть у вас? Да, были. А зачем тебе они? Ну, просто да? Взрослый какая-то. По-моему, Роза ищет себе подстать просто. Смотри. Не, он на руке, у нее что-то. Да, красивая девочка у него такая вот. У тебя же тоже есть. У меня тоже есть татуировка. Только я не собираюсь ее показывать всем подряд. Так еще и на другой руке, конечно. А там мальчик, друг ее. Слушайте, а вы когда вот случайно руками хлопаете, вы не пугаетесь? Нет, так они же специально, они как бы ко мне обращены. Ага, так. Да. А Саша, а что нажил тогда с 42 годом? Наживать что нажил? Ну, квартира там, машины, гаражи. Квартира, машина, гаражи, вот, достаточно. Но есть у вас? Все есть, конечно. Любовь, вы москвичи? Да, я москвичка, и я хочу сказать, что Саша изумительная семья, чудесные родители. Как хорошо, что вы пришли. Интеллигентные, приятные. Вот эти все истории, Ирочка, вы мне так симпатичны, но какие-то истории про то, что кто-то дрался со свекровью, вот это все, это не про Сашу. И, конечно, я вам хочу сказать, что самый главный Сашин бонус, он никогда не делит детей вот на своих и чужих. Она его прям так рекламирует. Пора, вот, пожалуйста, пора, пожалуйста, 42 да. года, он до сих пор... Вот ты знаешь, начинается, она его продает. Она его продает. Она его продает. Вы мне нравитесь бесконечно. И вы мне. Понимаете, и вы мне нравитесь, потому что у вас очень умное лицо, несмотря на дебильную стрижку, несмотря на то, что вы выглядите как после бани, но вы совершенно, я прямо, ну вы умница большая. Какое у вас образование? Выше. Вы образованный, вы ироничный. Это правда. Ну и потом, послушайте, видно, из какой вы семьи. А вот перечислите то, что в Александре вам прям вот, ну никак. Вот вы говорите, знаете, Сашенька, я... детка, да, хорошо бы тебе да, вот с этим бы побороться. Да. Ну вот что? Он не пунктуальный человек. Угу. Он очень хороший друг, он выполнит свои обещания. Но если вот Лариса бы позвонила Саше и сказала, Саш, колесо прокололо, приезжай, надо подождать. Приедет, починит. Через день, что ли, приедет? Не будете знать, проблем поможет. Очень рукастый, я слышала, что вы хотите, планируете строить дом, поможет. Но с Сашей надо уметь ждать. И вы знаете, Ларис, вы, конечно, очень мудрая женщина, вы всегда говорите правильно, но я хочу сказать, что если правильно прочитать инструкцию по применению согласна относительно с вами. Саши, согласна. Ирочка, согласна. Вы можете построить счастливую согласна. Семью. Я не опаздываю, всегда прихожу вовремя. Я бы хотела узнать вашу семейную традицию. Есть она такая? У меня не совсем семейная, она личная. Давай, мой золотой.
каждый четверг? Я хожу в баню. Точно. А вы откуда знаете? После бани фигурирует вот в этом эпизоде. Потому что это уже практически 20 лет длится. Не с бабами же, правильно? Нет, с мужиками. Вы так ходите. А сюрприз какой? Вы тут недавно поели, а теперь надо похудеть. Есть новый способ, банный. Ну вот проходите, показывайте. Каждый четверг волшебно. Знаешь, я в прошлом году ходил купаться в прорубь. Каждый четверг? Каждый четверг. Хочу сделать себе такой, как процесс, традицию. Понятно, что вы сейчас ее будете заматывать. Иру? Нас. Давай, заматывай, заматывай. Ир, помогай, держи так. Там. Можно одним слоем, специально для меня, чтобы я не нервничала, Саш? Лариса, а в чем нервы-то? Да, одни. Потому что это потом выбрасывается... Под... Я с собой заберу. И период распада... Ладно, пусть, 600 лет. Сюрприза не будет. Чего ты? А вдруг она не сможет размотаться, что-нибудь делать? Роза, помогите нам, пожалуйста. И теперь все в себя. Подожди, чуть-чуть. Не... Да-да, вот о, надо нормально. Вот сюда подойти. Я помню. Вот. Роза, вот, ты мне назло это сейчас делаешь? Так, и если вам не сложно, подайте мне нам... Мне не сложно. Этот, хула-хуп. И сейчас мама будем... дорогая, это что он сейчас будет? Не застрял уже хорошо. То есть вопрос по поводу детей неуместен, хотите ли вы? Ну, как-то они со слаженностью не очень получается, но они пытаются, им весело. Ой, боже, давно я так не смеялась, да. Слушай, не знаю, как они, а я похудела грамм на 200 сейчас от смеха. А вам за помощь. А вы? А вы пленку намотали для того, чтобы... Роза, это называется практически держала свечку. Спасибо, проходите в свою комнату. Александр, спасибо вам большое. Да, девочки, всякое мы видели за 8 лет. А кроме вот такого сюрприза. Ну, как тебе, Ира? Ой, полновато, Ира. И главное, Класс. Знаете, что пошлости не было в этом ни одного миллиграмма. Вообще. Правда? Кстати, я похудела еще даже. Ну, а что, стоит здесь обсуждать, очень Александра, хорошо. Скажите, честно, если... Очень классно, не да. Такого ли бы, не такого ли мы ждали всю жизнь, такой честно? Прям они прям похожи чем-то, да. Потрясающе. Да, а какой весь какой-то чистенький, такой хорошенький, такой приятственный. Так из бани же. Саш, ну что скажешь про Ирочку? Про Ирочку, ну я говорю, все хорошо, так вот полновато уже немножко сказал. Немножко полновато? Да. Я не могу сказать, что у вас легкий союз, потому что он не самый легкий мужчина. При всех своих чудесных дружеских качествах и отличное чувство юмора, и... Ну, все, не буду перечислять, все видели. Я думаю, женщина вспыльчивая, активная, такая, как вы, это не совсем то, что ему нужно. Ему нужна достаточно земная, та, которая будет это терпеть, будет достаточно ласковой, несмотря ни на что, и тогда вот эти стрелы его остроумия не будут слишком в ее адрес направлены. А Ирина именно такая, мне кажется. Я надеюсь, что возраст и события Ирины уже пообтесали чуть-чуть, но огня у нас тут достаточно. Я могу сказать, что он из всех героев был самым горячим. Там 36,4, да. То есть он даже горячее Ирины самой оказался, что удивительно для меня, при том, что сидел такой спокойный, он не был взбудоражен. Мне это очень понравилось. Горячий, ты понимаешь, что это самый горячий? Ты горячий, молодец. В чем же я такой горячий-то? Я думаю, без вариантов, даже смешно здесь сейчас делать вид для зрителей, что вы сейчас говорите что-то бла-бла-бла. Нет, просто однозначно. Ну, я тоже за Александра. Только меня одно смутило. Чресла его не восстали. Лариса, конечно. Лариса, вам 5 баллов за комментарии, за все. Я внимательно смотрела. Да там под пленкой вот ничего восстать Лариса, не может. Когда пленку, пленку сняли, еще раз умеет говорю. Умеет самоконтролироваться. Нет, чресла его были не восставшие. Как ты меня это испугала. Мотала туго, Лариса, не переживай.
Вообще, еще раз вернусь к сюрпризу, невозможно забыть. Ведь это же удивительная история. Мужчина 42 лет и женщина 34 с двумя детьми. Вот я могу сказать, что это смотрелось смешно и уместно. Да. Если бы вы были помоложе или не было бы детей, это было бы какой-то порнографией ужасной. А здесь это было смешно, уместно. Вот насколько чувство юмора важно, да, чтобы это было уместно. В общем, мы вам посоветовали. Слушайте себя, вас сердце привезет туда, куда нужно. Мы с вами. Есть такая примета морская. Подержишь за воротник, я за все, за весь воротник. Приносит удачу. Да? Да. Так вот я вам хочу сказать, о таких мечтают только придурочные женщины. Так получилось, что свою жизнь я связала на некоторое время с человеком, который был неравнодушен к животным. Я предлагаю всем выйти и поддержать Ирину. Нет, встаем и обнимаемся. Хорошо. У нас уже такое было, что поцелуй — это вообще просто мелочь. У нас есть пара — Ирина и Александр. Вам подарок — очень вкусные конфеты «Левушка» от кондитерской фабрики «Славянка». Их нежно-карамельный вкус сделает вашу жизнь слаще. «Славянка» – родное, любимое, вкусное. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: «Давай поженимся». Рада за вас. Спасибо.